аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR – Радио Института по освещению войны и мира. Здравствуйте! У микрофона Мерима Саналы. Сейчас время каникул для школьников. После 25 мая уже позади половины каникул, которые составляют около 100 дней. В настоящее время около 75 тысяч школьников отдыхают в пришкольных лагерях, которые насчитывают около 600. Более 25 тысяч школьников находятся на различных экскурсиях и посещают спортивные кружки. Около 4 тысяч школьников. Но в этом году не уделено должного внимания вопросам летнего отдыха школьников в городе Ош. Для каждого школьника на летний отдых выделено по 3 сома. И Расул Матиканов окончил 2 класс. Он мечтал на летних каникулах отдохнуть со своими друзьями в лагере. Но его мечты не сбылись. В городе нет лагерей. Его даже не приняли в пришкольный. Теперь Расул проведет летние каникулы в селе. Из школы ходят только 2 или 3 ученика. Все не могут пойти. В городе Ош 58 тысяч учеников. По информации специалиста мэрии Кутмана Камчиева, в этом году для летнего отдыха ученикам выделено 175 тысяч сомов. Это означает, что для каждого ученика выделено по 3 сома. Таким образом, этим летом среди тысяч школьников лишь 560 будут иметь счастливую возможность отдохнуть 10 дней. Из выделенных со стороны государства средств на 10 дней на одного ученика будет приходиться по 312 сомов, а на один день по 31 сом. Остальные же ученики не могут поехать на летний отдых. Сказали, что эти 560 учеников из социально уязвимых семей, и что еще будут желающие. Но этому с трудом верится. Если говорить о желающих, то есть предположение, что туда попадут через знакомство дети не только из социально уязвимых семей. Разумеется, что представители власти против этого. Пришкольные лагеря начали работать с конца июня. В этом году их посещают на 10% меньше учеников по сравнению с прошлым годом. Дневные лагеря работают в один этап. На вопрос ответил руководитель Орского городского управления образования Куштарбек Кимсанов. В этом году будет привлечено 560 учеников. Они будут посещать пришкольные лагеря. Родители также имеют право на свое усмотрение направить своих детей в лагеря, расположенные в других регионах. Есть лагеря на Иссык-Куле, Джалалабаде и других местах, которые реконструированы бизнесменами и в которых организован летний отдых для детей. Родители могут обратиться к ним для летнего отдыха детей. Мы провели опрос среди учеников и их родителей. Многие из них отметили, что из-за отсутствия в городе летних лагерей они не могут никуда пойти. Оказалось, что многие уезжают к родственникам в села. Детей из города Ош и области в этом году могут принимать только один государственный лагерь. Джеткинчек. Для горожан он единственный, поэтому в этом году тоже в 14 городских школах были организованы пришкольные лагеря. К сожалению, в этом году тоже не были освобождены детские сады Джеткинчек, Джаштык. Но мы в целях организации отдыха детей в летних пристроечных площадках школ выделили из бюджета 175 тысяч сомов. В основном такой отдых сопровождается учебно-воспитательной работой и разными играми. Поделился Кутман Камчиев. Лагерь Джаштык, о котором сказал Камчиев, относится не к городу, а области. Этот лагерь имеет очень маленькую площадь и не может принять много детей. К тому же там продолжают проживать те, кто пострадал во время июньских событий 2010 года. Они освободят лагерь только после того, как им со стороны государства будут выданы квартиры. Поэтому последние 6 лет лагерь Джаштык не может принимать детей. Если пострадавшие во время июньских событий освободят здание, то лагерь мог бы принять около 2000 детей для летнего отдыха. Бывший вице-мэр города Ош Мирлан Исраилов во время проведения соответствующей работы по освобождению здания был переведен на другую работу. По данному вопросу он сказал следующее. В настоящее время там проживает 7 человек, которые являются жителями города Ош. Они то уходят, то приходят. Они и сами должны были понять и освободить это помещение. У них нет оснований для проживания там. Сейчас к нам обращаются родители, спрашивают, почему лагерь, предназначенный для отдыха детей, находится на руках чужих людей. Поэтому, чтобы мы имели возможность организовать для тысяч учеников летний отдых, должны добиться, чтобы это здание было освобождено.
лагере Джаштых сейчас проживает 19 семей. Со стороны исполнительной власти в последний раз в мае текущего года были выставлены требования об освобождении. Проживающие там люди жалуются, что не имеют места, куда бы им можно было бы переселиться. Они тоже имеют свои требования к власти. Выдать им квартиры в тех домах, которые были построены для пострадавших в июньских событиях. Народ говорит правильно. Детям нужен лагерь. Они во время каникул должны отдыхать, играть. Если со стороны правительства будут решены наши требования, мы здесь не останемся ни на секунду. Мы освободим. Мы здесь проживаем из-за безвыходной ситуации. Нам со своими детьми некуда идти. Рассказала жительница лагеря Урузгуль Каримова. Прошло вот уже 6 лет, как не решается их вопрос по обеспечению жильем, как лиц пострадавших во время июньских событий. Эксперты, в свою очередь, нехватку лагерей для летнего отдыха детей связывают с приватизацией частными лицами таких лагерей. Данный вопрос можно решить посредством возврата приватизированных лагерей государству. По мнению руководителя общественного объединения «Кыргызджуртум» Сапаргуль Бердалиевой, данный вопрос требует внимания на государственном уровне, а также ужесточения соответствующего закона. Почему приватизировали? Этот вопрос активно поднимали депутаты 5-го созыва. Они говорили о необходимости возврата государству детских садов, школ, лагерей. Этот вопрос поднимался, потом так и остался. Я считаю, что здания, построенные за счет государства, должны быть ему возвращены. Министр образования и науки Кыргызской Республики Эльвира Сариева объявила, что в этом году для летнего отдыха детей выделено 5 миллионов сомов. По ее словам, в этом году по республике с 5 июня по 5 июля в 582 школах организованы пришкольные лагеря. В настоящее время 75 тысяч учеников отдыхают в пришкольных лагерях, 25 тысяч детей находятся на экскурсиях и около 4 тысяч школьников посещают разные спортивные кружки. Часть учеников во время каникул со своими родителями выезжают для отдыха в другие регионы республики. Они также выезжают к своим бабушкам и дедушкам, своим родственникам в села. Отдых детей также сопровождается выполнением ими тяжелой работы. В основном все родители хотят, чтобы их дети отдохнули во время каникул. Но когда, как в городе Ош, из бюджета для летнего отдыха детей выделяется каждому ученику по 3 сома, дети из социально уязвимых семей не могут отдохнуть в частных лагерях. Цены на путевки не только на частные, но и на обычные лагеря очень дорогие, и у родителей, имеющих среднюю заработную плату, нет возможности купить им. И несмотря на то, что мы громко говорим о том, что дети – наше будущее, в настоящее время организация работы по предоставлению возможностей для каждого школьника летнего отдыха испытывает трудности. А ведь каждый ребенок имеет право на достойный отдых и счастливое детство. Материал специально для IWPR подготовил Асамбек Пазыл, город Ош. Уважаемые радиослушатели! Теперь свои истории, комментарии и отзывы вы можете оставлять на наш номер WhatsApp 0550 31 30 97. На этом наш выпуск завершается.